Оставляем вещи. Идите мороженое. Всем привет. Всем привет. Вы уже доказали, что вы уже сейчас выходите на ту роль лидера женского молодежного хоккея, который мы давно-давно ждали. Вы сделали огромный шаг, начиная, так сказать, вот буквально за 4 года вы пробились в элиту мирового хоккея. Поэтому от имени президента Владислава Токтика, от имени Министерства спорта, от всех наших болельщиков миллионов, людей, вот все, которые вас собрали, встречают, девочки, низкий поклон вам и спасибо, мои дорогие. Всего вам самого доброго. Спасибо. 4. Россия!